В честь Дня народного единства в Люберцах состоится праздничный концерт. Всех гостей торжества ждет насыщенная программа. Это кукольный спектакль, народные дворовые игры, выступления творческих коллективов. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на руководство городских парков. 4 ноября в парке «Наташинские пруды» люберчане смогут отметить День народного единства вместе с праздничной программой «Наша Родина дружбой народов сильна». На сцену выйдут русские фольклорные коллективы, а также артисты национально-культурных автономий городского округа. Кроме того, гостей всех возрастов ждут игры и конкурсы. Начало программы в 11:30. Напомним, День воинской славы России или День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.